Доброе утро суток, Валерий Константинович. Высылаю фото хасанского персика. Внимание, хасанского. Это все, что осталось после града 19 августа в Ростовской области. Сергей Болдырев. В этом месте у меня сердце сжалось. Открываю фотографию. Да, видно, градом побито, но не смертельно. И дальше снова сердце у меня сжалось. Это же мои дети. Ну, что я скажу? Листья поникли. Вот град был явно сильный. Но дерево уцелело. Урожай отборный. Поздравляю ростовчан. Сейчас, как оно пойдет дальше. Как-то оно до сих пор ни черта не получалось. Вспоминаем. Я уже цитировал Курдюмова, как там плохие дела на Кубани. Я цитировал человека, который мне написал в письме. Целый район Ростовской области объехал, ни одного абрикоса не нашел. А хотел начинать на месте. Ну, человек в Сибирь-то обращаться. Где живет наш Сергей Бондарев? В Ростовской области. Вот. Ну, все, начинаем с нуля. Как говорится, нам не дают власть. Мы снизу все поменяем. Жалко, что надо понадобится лет 500. Ну, вы понимаете, если я даю совет, а противник того, что я говорю, наоборот, то есть учит убивать деревья, у него в 1000 раз больше просмотров. Не получается революция.